сегодня проводим третий этап Гран-при Атака, который собрал порядка 400 человек участников. Данный этап является неплохой подготовкой для нашей сборной Украины по кадетам в преддверии чемпионата Европы, который через 2 недели состоится в Будапеште, Венгрия. А также неплохая подготовка для юниоров, скажем, один из этапов подготовки юниорской сборной к чемпионату Европы на Кипре. Хотелось бы пожелать всем участникам соревнований ярких побед, поменьше травм, а нашим сборникам, ребятам, которые в составе сборной по юниорам, Дюба Александр, Котяш Василий, Мазур Никита, хорошей подготовки, удачного, легкого выступления на чемпионате Европы. Команда 8-й спортивной школы, вот это уже третий этап атаки, принимает участие. Каждую атаку мы посещаем. Нам очень нравится этот турнир. Хорошая организация, хорошие призы для детей. Сейчас сделали гран-при, это тоже очень приятно. Также вот я видела, приехала команда Киева, привезли призеров чемпионов Европы, мира для детей младшего возраста. Это очень положительно посмотреть на таких спортсменов. Этот турнир является подготовительным турниром к чемпионату Европы, который пройдет в ноябре на Кипре. К этому турниру проделал большой путь, так как надо было пройти отбор на чемпионат Украины, чтобы поехать на Европу. Хотелось бы на Европу выступить достойно, хорошо представить свою страну, свою сборную, не подвести ни тренера, ни родных, завоевать золото в лучшем случае, а так хотя бы призовое место. Хочу поблагодарить организатора турнира «Атака», который сейчас проходит, и своего личного тренера. Турнир на высоком уровне, организация, судейство, электронная система присутствует, электронные шлема. Турнир «Атака» – это самый лучший турнир нашего Андрея Васильевича. Я пытался тренироваться и готовился на эти соревнования. Выступал с температурой, получилось чуть-чуть там проиграть. Все равно я занял призовое место. Я дальше буду упорнее тренироваться и больше занимать призовых мест.